Сегодня в Чувашском государственном университете второй раз разыграли кубок ректора. В борьбу за него вступили будущие абитуриенты из 9 школ республики. Что ожидало участников на очередном празднике спорта, смотрите в нашем следующем сюжете. На соревнованиях встретились будущие выпускники и студенты-первокурсники ЧГУ. Их ожидали одни и те же испытания. Бег на 50 метров, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол и шашки. По итогам всех соревнований сильнейшая команда покинет стены вуза, держа в руках кубок ректора университета Андрея Александрова. Конечно, основная цель – это привитие навыков, здоровый образ жизни для нашим детям, ученикам, студентам. Но и вторая важная задача, вторая цель – это помочь узнать университет, подружиться с теми, кто уже учится в нашем вузе, и, соответственно, сделать впоследствии правильный выбор. На равных соревновались не только школьники и студенты первых курсов университета. Футбол, как и в прошлом учебном году, сыграл сам ректор. Игра получилась захватывающая, да и сами соревнования удались. Делились впечатлениями участники. В ЧГУ мы еще не были, но мы были в Ибресях. Тоже было наподобие такого соревнования. Мы приехали, третий год только играем в волейбол. Но мы надеемся, хоть и не первый, но хотя бы что-то узнать. Я пришел сюда, чтобы побеждать, но, к сожалению, я пробежал вторым. Это не получилось. Пришел поддержать свою школу. И на этих соревнованиях уже участвовал. Просто решила попробовать себя, потому что занимаюсь спортом не так давно. Но хотела проверить свои силы и оценить все. Возраст не имеет значения, и соперников недооценивать не нужно. Подобные соревнования на Кубок ректора Чувашского государственного университета будут проходить дважды в год. В прошлом году главный трофей достался Новочебоксарской гимназии номер 6. Сейчас же он был передан ученикам 61-й школы города Чебоксары. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.